финальный кубок и чемпионат города Москвы в отдельных упражнениях. У помоста весовая категория 194 килограмма. Представление согласно жребию. Номер один Ислам Норов. Номер два Михаил Рубкин. Номер три Руслан Рахимов, мастер спорта. Номер четыре Сергей Булатов. Номер пять Михаил Карталов. Номер шесть Михаил Карин. Номер семь Николай Куликов. Номер 8 Владимир Крюков. Номер 9 Дмитрий Василенко. Представляю судей. Центральный референт Виктор Полищук. Номер один Ислам Норов. Первый подход. Номер четыре.
Картовый подход заявляет 110 килограммов. Номер 4. Сергей Кипулата. Первый подход. Картовый подход готовится номер 6. Михаил Калин. Thank you.
Thank you.
ты отдыхал не со мной, то ты вообще сегодня приехал. Очередной вес. Рахимов. Пять.
Номер 3 заявляет 135 второго подхода. Крестьянки 135. Готовится номер 2. Ко второму походу находится номер 2.
Трохина приедет потом на Торинцев, на Виртуал. Thank you.
штанги 125 килограммов. Готовится к этому выставу номер 6 Михаил Калин. Время, отведенное на прием и стекло, номер 6 Михаил Калин. Переход номер 8 готовится. Thank you.
Номер 8. Владимир Крюков. Второй подход. Готовится номер 1. Четвертый. Булат Сергей. Перезаявляет на 140. Thank you.
9 фильм забирает на 145. Номер 19. Третий заход. Место 145. Готовится номер 3. Василенко. Тоже смотреть. Thank you.
Это видео. Thank you.
Спасибо.
физической культуры в России Эрнест Саркисов. Заслуженный тренер Советского Союза Игорь Николаевич Шутков. Итак, чемпионом Москвы в рывке двумя руками стал мастер спорта Николай Нуриков. Второе место занял Рахимов Руслан. Награждается серебряной медалью и дипломом спорткомитета Москвы. Третье место Михаил Трубкин. Награждается бронзовой медалью и дипломом спорткомитета Москвы. В толчке спасибо.